Почему, когда у людей спрашивают, откуда ты, все называют страну, регион, место, где он родился или где живет, и никто не говорит земли, потому что никто пока оттуда не спросил. И все мы делимся на этой маленькой точке, живя на американцы, итальянцы, французы, русские, шведы, мексиканцы, азербайджанцы, армяне, итальянцы и т.д. и т.п. Все мы делим себя, отделяем, возвышаем, других опускаем. Почему? Почему мы стали забывать, что у нас один общий дом, который нас кормит, который мы уничтожаем и строим, в котором рождаемся и умираем? Такая маленькая точка, когда от нее отдаляешься, от этой земли, ты понимаешь, насколько она дорога. Берегите свой дом, свою землю и поймите, что она у вас одна, пока никто со стороны вас не спрашивает, откуда ты. Цените это.